Всем привет, с вами Бракс, и сегодня мы поиграем в игру под названием Railroad Roads. Это игра про енота, который хочет ограбить поезд, да? Ну что ж, давайте начнем. Как оно? На... Вот как видите, тут прикольная мультяшная графика. До свидания, я сдох, да? Да, я сдох, до свидания. Так, и вот. Так. Тут можно взять оружие на X и биться тоже на X, как я понял. Мне прикалывает тут, можно сказать, 2D, но... Игра-то сама 2D, но... Блин, игра прикольная. Я ее нашел на itch.io, как и большинство игр, которые я прохожу на своем канале. Да. Нет, по сути, все игры оттуда. Да. Чё? Там даже грек жалуется. Ссылку на нее оставлю в описании. И честно, я хотел на Новый год видео выпустить. У меня времени не было, я не смог просто. Все дела. Праздники, вся хрень, Новый год празднуем. С друзьями мы пошли погуляли, например. Так, на меня нападают кроты. А я енот, который грабит какой-то паровоз. Это 80-е люди. Эх, суровые 80-е. Еноты грабят поезда. И мне скоро будет поезда, наверное. Не буду. У меня все-таки матов нету. Я... Так, The Winter Red Ranger. В смысле? Красный рейнджер какой-то. И что мне тут надо сделать? Я не понял. Railroad Red Ranger. Так. Что мне нужно было сделать? Объясните мне, и я все сделаю. Ладно. Какой красный рейнджер? Я о чем вообще? Так, ладно, ничего, пока я просто побегу вперед и этих буду кротов убивать. Так, меня убили. Но не все еще потеряно. А, ой. Я залетел за карт. Я побежал. Лопату возьму. А смысл тут, что сделать нужно-то? Так, меня убили. Мне тут типа всех нужно зачистить, убить за это время. А тут... мне типа всех их нужно убить за это время. Это реально? Это реально сделать? Согласен, пробежать это все реально, а вот сделать это... Так, и... Не знаю. The Red Winter Red Ranger. Так, давайте тогда, по крайней мере, на рекорд, сколько денег я смогу получить это все. Connecting device, keyboard, mouse. Тут неудобное управление, конечно. Тут очень неудобное управление.
Хотя, скорее всего, в этом и весь хардкор в этой игре. А почему тут такое неудобное управление? Так, я уже награбил 60 тысяч. Давайте, давайте. Так, там... Так, там что-то было. Какая бессмысленная игра. Как и все. Как и все игры, по сути. Тут можно... а тут... Чё мне теперь делать? Пойду сдохну. О, там наверху кто-то ещё. Так. Что-то тут не так. Что-то тут не так. Так. А, тут оружие на F выкидывается. О. Енот со стволом более чем размером с... на Джина. Так, теперь мы насобирали 138 700. Да, вот так как-то. Так, видео уже длится... Сколько тут? Немного. По крышам попробую пробежаться. Ай, все, это была плохая идея. Ага. Так, это вот, игра сама-то просто убивалка времени, походу. Я игру до этого момента, ну до того, как я снимал, я в нее он просто Я просто сыграл, думал, тут еще уровни будут. А-а-а! Убейте меня. А, пожалуйста. Это было в переносном смысле, так что мне будет плохо, если вы меня убьете. Не надо. Я обижусь на вас. Да, шутки за 300 прям. Так. Так, ну вот крот под лопатой. Вообще, ирония судьбы. Мне... все равно прикалывает игра. Нет, на С выбрасываются предметы, оказывается. До меня доехало. Ура. Мои мозги включились. Хотя... Малая вероятно. Это правда. И сколько у меня теперь? 186 тысяч. Ой, slow motion. Так, лопату давайте возьмем, что ли. Так, теперь ружье взяли. У нас какой-то ненормальный енот.
Так, меня убили, и это обидно. Так, фу, ой, ой. Меня убили опять. Так, это ящерица типа, да? Лопатой по башке тебе, вот. Вот сама игра прикольная, но вот что... Вот, мне очень хотелось бы, чтобы тут уровни были. И мне музончик накалывает. Так, реально, это кроты? Мне еще на петуха чем-то напоминает. Так. Ладно, я думал, сейчас на меня. Все, я здесь. Здрасте. Здрасте. Мне тут не рады, да? Гляньте, у нас какой плоский енот. А, самый плоский енот в мире. Это этот енот. Да, вообще шутка была. Да. Не знаю. Чё, ну чё, блин. Ненавижу бочки. Вот, лопату возьму. Лопата в помощь. Он успел меня ударить, это обидно. Енота избивают кроты. Да, докатились. Мир докатился до безумия. Искра, буря, безумие. Буду Оксимирона цитировать. Ай, больно. Очень больно было. Ай, я забыл взять оружие. Вот. Так, все, взяли все, да? Так, подобрали, и давайте еще этого. Он умер. Мы деньги, мне тут главное деньги. Давайте, сколько я тут долларов насобираю, вы мне столько на вебмане кидите. Давайте. Или задонатите в следующий раз на стриме, давайте, вот. Следующий донат у меня будет вот. $160 000. Давайте. Дерзайте. Сильно много ухочу. Я очень много ухочу. Ай-я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 й
у меня видео без матов. Я чуть не начал материться. Блин. Так. Кто смотрит Перпетума, лайк, не? Не? До свидания. Я лопату пока возьму. Ну, лопатой по башке. Если что, пожалуйста, пишите игры, в которые бы вы хотели, чтобы я поиграл у себя на канале. Блин, которые вы бы хотели... Я не могу это все нормально сказать, но все равно. И это видео будет не совсем такого качества, как всегда. В этот раз у меня будет видео не в 60 FPS, а всего лишь в 30, так как игра больше 30 что-то тупо не работает, больше 30 FPS, но надеюсь, вам это не помешает.
Хотя, в принципе, мне даже играть комфортно в 30 FPS в эту игру, так что смотреть так тем более будет все. Все будет хорошо, так что. Эх, да, и простите, если я буду экать, все такая, просто у меня дикция не очень, и речь не поставленная, да. А, меня скинули. Slow motion. Давайте подарите мне 50к. Все, вот видите, мне подарили 50к, и я рад, я радуюсь. Так, я не знаю, какие игры мне снимать, так как. Эх, блин. До свидания, я сейчас умру, даю 100%. Ох, я выжил. Ай. Не, это оказывается не крот, это крыса. Крыса на палубе. А. Так, сколько же тут оружия? Ну, лежит лопатами. Давайте. Так, ну что же, давайте, денежки, деньжата. Так, я не знаю, у меня... Если бы со мной кто-нибудь еще снимал, я, возможно, запилю, как бы это тупо не звучало, летсплей по Майнкрафту, да? Да, и что? Какая разница? Вот, если я в какого-то маминого обзорчика попаду или еще что-нибудь, как не надо снимать летсплей вот эту фигню, я не знаю. Я не буду. Вот я не знаю, зачем плагиат официала ЛЛС закончил снимать видео, а я его смотрел как раз. Если ты это смотришь, плагиат. И я еще понял одно про плагиата. Он фанат Элвина и Бурундуков. Да. Это я понял, как он только появился на моем стриме. Вот так вот. Так. Давайте ломаем эти сундуки. Ну, коробки, короче. Вы поняли. Так, у меня 63. И надеюсь, реально, на этой музыке нету авторского права. Так что, бла-бла-бла, все фигня, но я не хочу страйков. Хотя, кто это видео увидит? Максимум там человек 20 посмотрят. Эх. Меня почти никто не смотрит, и это обидно. Ай! Меня бомбит! А, меня бомбит! Как же у меня бомбит! Так. Да. Так, надеюсь, меня вообще кто-нибудь вообще смотреть будет. Так, я это оружие еще не было у меня. У меня не было этого оружия. До свидания, я побежал. Блин, в меня пуля влетела, а мне все равно.
кстати, правда, игра у разработчика получилась реально прикольная, так что это уже, наверное, последний раз. Это последний раз, наверное, уже последний... последний раз закатаю, можно сказать. Последние 2 минуты этой игры будут. Ай, меня убили. Меня убила крыша. Ну, пожалуйста. Вот так вот надо. Да. Выкидываю, беру лопату и дальше бегу. Ага, вот так вот. Так. И вот так вот. Ага. Ага. Вот так вот. Так, мы оба сдохли, так что все норма. Ой, сейчас, так, это последние 30 секунд этого видео, хотя не 30, тут, скорее всего, еще будет, скорее всего, минута, так что мне еще попрощаться надо, еще, возможно, что-нибудь расскажу, это только возможно, не 100%, так что я тут в текстурках застрял. Мне кажется, или всех вынес на... А, нет. Блин, меня так убили. Эх, ну что ж. Всем спасибо за просмотр. С вами же был Бракс. Ай. С вами же был Бракс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. До новых встреч, новых видео, да? И вот так вот. Всем до свидания.